Представляем вашему вниманию коляску 2 в 1 Tutti Zippy Sport, предназначенную для детей от рождения до 3 лет, весом до 15 килограммов. Tutti Zippy Sport прекрасно подойдет активной и мобильной семье. Надувные колеса, амортизация, легкое и компактное складывание. С Tutti Zippy Sport очень легко и приятно гулять. Итак, начнем с люльки. Люлька предназначена для детей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой и ровной поверхности для правильного развития спины. Наша люлька имеет жесткий каркас. Она достаточно широкая, 34 см, и длинная, 76 см. Большой капюшон с козырьком прекрасно защищает от солнца и непогоды. Имеет удобную центрированную ручку для переноса. Капюшон легко регулируется при нажатии на красную кнопку. Вот таким образом. Накидка на люльку также защищает малыша от ветра и непогоды. При необходимости ее можно снять. Внутри люльки вы найдете матрасик. Чехол матрасика несъемный. Внутренняя обивка люльки сделана из натуральных материалов. Мягкая и приятная на ощупь. При необходимости ее можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Люльку легко снять. Всего лишь нажмите на красную клавишу и снимите люльку. Люльку можно установить как лицом к маме, так и наоборот. Прогулочное сидение подойдет малышам от полугода, которые уже умеют сидеть сами. Большой капюшон с козырьком и центрированной ручкой защищает малыша от ультрафиолета. Раскладывается до бампера при помощи боковых кнопок. Вот таким образом. Капюшон можно увеличить. Расстегнув среднюю молнию, вы обнаружите вентилируемую вставку. Расстегнув переднюю молнию козырька, силиконовую вставку. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются по длине в зависимости от роста ребенка. Их легко расстегнуть маме, но малыш не сможет сделать это самостоятельно. Защитный съемный бампер обтянут тканью, имеет разделитель для ног. Чтобы снять бампер, воспользуйтесь фиксатором снизу. Чехлы прогулочного блока можно снять и постирать. В комплекте имеется матрасик-вкладыш. Его можно снять, если он не нужен. Внизу мы видим удобную подножку с силиконовым покрытием. Подножка регулируется при помощи боковых фиксаторов. Также можно расстегнуть молнию и увеличить подножку. Она будет защищать ножки малыша в промозглую погоду. Накидка на ножки уже входит в комплект. Она легко крепится к капюшону при помощи кнопок. Наклон спинки сидения регулируется в нескольких положениях до почти горизонтального при помощи фиксатора сзади. Вот таким образом. Прогулочный блок легко снимается. Нажмите на красную клавишу и снимите его. Сидение реверсивное. До 10 месяцев лучше усадить малыша лицом к маме, а после – лицом к окружающему миру. И задние, и передние колеса надувные. На колесах стандартный автомобильный ниппель. Коляска маневрена благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, поверните фиксатор по часовой стрелке. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Чтобы снять колеса, нажмите на черную клавишу сверху. Вот таким образом. Чтобы снять задние колеса, нажмите на клавишу по центру. Внизу мы видим корзину для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Педаль тормоза не пачкает и не царапает обувь. Ручка, обтянутая как кожей, регулируется под ваш рост при помощи боковых кнопок. Вот таким образом. В комплекте имеется рюкзачок для мамы. Его можно повесить на раму коляски, нести в руке или на плече. Ширина рамы Tutti Zippy Sport 61 см. Сложить раму чрезвычайно легко. Для большей компактности мы рекомендуем вам разблокировать передние колеса. Итак, нажмите на красный блокиратор справа. Потяните фиксаторы на себя и опустите ручку вниз. Вот таким образом. Имеется фиксатор от раскладывания. Чтобы разложить коляску, ослабьте фиксатор и потяните ручку наверх. Вот и все. В комплект Tutti Zippy Sport 2 в 1 входит люлька с накидкой, капюшоном и матрасиком, прогулочный блок с капюшоном и бампером, накидка на ножки, шасси с колесами, рюкзачок для мамы,
дождевик, москитная сетка, инструкция.